Глава Белого дома снова разозлил британцев. В этот раз его поступок не оставила без внимания даже премьер Тереза Мэй. Она публично раскритиковала американского президента. Что спровоцировало перебранку и чем это грозит, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Почти год назад 45-й президент США получил приглашение посетить Великобританию с государственным визитом. Но воспользоваться им не смог до сих пор. Британцы очень остро реагируют на каждое расистское или сексистское высказывание Дональда Трампа и обещают массовые протесты в случае его прибытия. В последнее время шумиха поутихла, но вот американский президент дал очередной повод призывам не пускать его в страну. Скандал вызвали публикации в Твиттере. Трамп запостил 3 провокационных антимусульманских видеоролика ультраправой организации «Британия прежде всего». Ее членов не единожды арестовывали за разжигание расовой ненависти. В одном из роликов мусульмане сталкивают с крыши мужчину. Давайте откровенно, это президент Соединенных Штатов, который умышленно поделился видео, разжигающим ненависть с миллионами людей. Этот поступок говорит о том, что он либо расист, либо некомпетентен, либо немыслящий, либо все вместе. Негодование по поводу публикации высказала даже ближайший иностранный соратник Трампа, британский премьер. Тереза Мэй часто называет отношения двух стран особенными, но не побоялась испортить их, критикуя американского президента. Тот тоже в ответ не смолчал. Там же, в Твиттере, посоветовал британскому премьеру не лезть не в свои дела. Президент Дональд Трамп был неправ, когда перепостил видео о радикальной организации «Британия прежде всего». И мы четко об этом заявили здесь, в парламенте, и точно так же четко премьер сообщила в соцсетях. Мы будем продолжать высказываться свободно и откровенно в таких случаях. Американский президент собирался в Лондон в январе на открытие нового здания посольства США. Это должен был быть не государственный, а рабочий визит, то есть без пафосного ужина у королевы и выступления в парламенте. Там его точно не ждут. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».